Цветы жизни нуждаются в особой заботе. В частности, в заботе об их безопасности. Во вторник вечером госавтоинспекторы проверяли, соблюдают ли мамы и папы правила перевозки детей. Связано это с тем, что за январь и уже в феврале у нас наметился рост по детскому травматизму. Так у нас в январе произошло 7 ДТП, то есть на 40% больше, чем в прошлом году. И уже сейчас, на сегодняшний день, у нас произошло 4 ДТП с участием детей, двое из них пассажиры. То есть статистика такая не очень хорошая. Многие родители экзамен инспекторов не прошли. Наверняка дома эта автоледи чуткая и любящая мать. Но вот за безопасностью своих чад, как выяснилось, следит из рук вон плохо. Хотя, судя по состоянию автомобиля, аварийные случаи с этой семьей происходили. А вместо того, чтобы признать свою вину, понести заслуженное наказание дамочке все же придется. Штраф в 3000 рублей должен научить родительницу соблюдать требования правил. Но не только родители в ответе за детей. Водитель маршрутки, может, и не знал, что его юному пассажиру всего 10 лет. Но за то, что посадил мальчика на переднее сиденье, придется ответить именно ему. Не определите, 12 ему, 14, я же не знаю. Вообще, как его пустить, надо сказать, написал, о. Но если ему 14 лет, он имеет право? Нет, ему 14, внешне даже. Ну вы внешне. Вам надо просто спросить, какой у вас был карантин. Но и правильные автородители тоже попадаются. Смотрю, вы выехали с жилого сектора, где находятся 3 детских садика. Хотел посмотреть у вас салон. Имеется ли, Конечно. Дети и детские удерживающие устройства. Можете дверь открыть? Ребенок пристегнут, родители спокойны за безопасность малыша. И семейный бюджет не пострадает от штрафа. Побольше бы таких ответственных водителей, ведь, как правило, именно по вине взрослых дети попадают в ДТП. Если мы возьмем статистику за январь и первую декаду февраля, то в данном случае все ДТП были по вине взрослых участников дорожного движения. Либо это наезды на пешеходных переходах, либо родители не пристегивали своих детей, либо не следили за ними в общественном транспорте. А вот в этом ДТП, произошедшем во вторник вечером на улице Демьяна Бедного, виноват как раз ребенок. По словам очевидцев, 11-летний мальчик неподалеку от проезжей части общался с одноклассниками, а затем внезапно побежал через дорогу в 100 метрах от пешеходных переходов. Водитель сумел среагировать и направить автомобиль в сторону от ребенка, но все же задел его зеркалом. Мальчик почти не пострадал. Но и в этом инциденте можно усмотреть вину взрослых. Родители не научили сына правильно переходить дорогу. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.